Северском районе подвели итоги муниципального этапа краевого конкурса «Здравствуй, мама», приуроченного ко Дню матери. В стенах Северского историко-краеведческого музея прошло чествование победителей и лауреатов. Разрешите мне передать слова поздравления от имени главы нашего района и, конечно, с победами в этом конкурсе, но и, безусловно, с наступающим Новым годом. Адам Шахметович Джарим передал вам самые искренние слова поздравления с Новым годом и Рождеством и, конечно, пожелал от всей души здоровья, счастья. И пусть обязательно под бой курантов исполнится хотя бы одна ваша мечта. Каждый участник получил заслуженные награды, подарки, дипломы. В конце мероприятия работники музея провели для детей увлекательную экскурсию. Ребята познакомились с историей и культурой Кубани.